Это информационная программа «Северный город». В студии Анастасия Матвеева. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. На трассе Братск-Устилинск произошла авария. Два человека погибли. Просим откликнуться свидетелей ДТП на проспекте Мира. Сотрудники полиции расскажут, как в новом году оплатить штраф со скидкой 50% и напомнят о правилах безопасности в праздники. В последние дни уходящего года устилимцы отметили рост цен на продукты. Турнир по хоккею с шайбой завершился. Прошло торжественное вручение Кубка Северного города. Первые лица города обратились к горожанам с поздравлениями. Сотрудники госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах дорожного происшествия с участием большегруза, в результате которого погибли два человека. Один из них – ребенок. О трагедии расскажет Елена Алина. 25 декабря в 19 часов 30 минут на трассе Братск-Устилемск произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими. Установлено, что водитель, управляя автомашиной Volkswagen Passat, двигаясь по направлению в город Устилемск, не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение со стоящим впереди большегрузом Volvo с прицепом. Пытаясь уйти от столкновения, он выбрал выезд на полосу встречного движения, но столкновения избежать не удалось. В результате машину буквально разорвало на части, и его жена в возрасте 32 лет и ребенок 3,5 года, который находился в детском удерживающем устройстве на заднем сидении справа, то есть на той стороне, куда и пришелся в основном удар, они погибли на месте. Мужчина с незначительными травмами был доставлен в больницу города Устилимска. На месте аварии работала следственно-оперативная группа, и в настоящее время ведется следствие. Полиция призывает граждан соблюдать правила дорожного движения, быть предельно аккуратными и внимательными при управлении транспортными средствами в зимних условиях, а также в темное время суток. Только строгое исполнение необходимых требований позволит избежать трагических последствий на дорогах. 27 декабря в России отмечался День спасателя. Праздник приурочен ко дню основания МЧС России, ведомства, филиалы которого расположены в каждом субъекте Российской Федерации. В этом году министерство отмечало 25-летний юбилей. Профессия спасателя справедливо считается самой опасной и благородной одновременно. Эти люди умеют преодолевать собственные страхи ради благополучия и спасения других людей. Это мужественные, скромные герои, не думающие о подвиге, но совершающие его по первому зову о помощи, крепкие духом, настоящие бойцы за чужую жизнь. Спасибо за вашу самоотверженность от всей души. Поздравляем вас с праздником и желаем успехов, здоровья и всего самого доброго. Дорожно-транспортные происшествия в Устилимске не редкость. Причин тому много. Исход бывает разный. Как правило, участники аварии вызывают сотрудников ДПС. Некоторые скрываются с места ДТП, как это случилось вчера на проспекте Мира. Подробности далее. 27 декабря в 8 часов вечера на перекрестке проспекта Мира и улицы Димитрова произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель иномарки серебристого цвета, двигающийся со стороны центрального рынка по проспекту Мира, совершая маневр на улицу Димитрова, не предоставил преимущество водителю другой иномарки – Toyota RAV4. В результате Toyota, которая двигалась со стороны часов, пытаясь избежать столкновения, ушла влево. Машину занесло, развернуло, и она врезалась в столб. Девушка-водитель серьезно пострадала. Если вы стали очевидцем ДТП или у вас имеется запись видеорегистратора, пожалуйста, сообщите по телефону 8 908 65 777 02. Не будьте равнодушными, отзовитесь. Алена Феоктистова, специально для информационной программы «Северный город». С 1 января 2016 года все нарушители, которым будет выписано постановление инспектором или камера видеофиксации, получат квитанцию с полной суммой штрафа. Однако внизу будет приписка о возможности заплатить штраф со скидкой. О нововведении рассказала инспектор ГАИ Елена Алина. С 1 января вступает в законную силу изменение федерального закона 437. Согласно этого закона, лицо, которое нарушило
правила дорожного движения, ему выписан штраф. Если он оплачивает штраф в течение 20 дней, то ему можно будет оплатить половину суммы штрафа наложенного. То есть, вот, допустим, не использовали детское удерживающее устройство, штраф составляет 3000. Если в течение 20 дней он оплачивает этот штраф, то он может оплатить 1500. Исключением является грубое нарушение правил дорожного движения. В первую очередь, это управление транспортным средством в нетрезвом виде, отказ от метеосвидетельствования, употребление спиртных напитков после ДТП. То есть все они будут уже оплачивать свои штрафы полностью, то есть никакой половины здесь не будет. Также к этим исключениям относятся такие повторные нарушения. То есть повторное нарушение скоростного режима, если превысил скорость от 40 км и выше. Повторное нарушение, связанное с выездом на полосу встречного движения. Повторное нарушение за управление транспортным средством не зарегистрированным в надлежащем порядке. Тоже будут оплачивать штрафы полностью. Роспотребнадзор обещает не изымать из магазинов уже завезенные турецкие и украинские товары. Речь идет о продукции, которая поступит в Россию до 1 января. Как передает РИА Новости, об этом заявила глава ведомства Анна Попова. Таким образом, изымать турецкие и украинские товары начнут с Нового года. Перед наступлением длинных новогодних и рождественских каникул наша съемочная группа встретилась с сотрудниками отдела полиции. Они еще раз напоминают жителям города и района о правилах безопасности в праздничные дни. Как показывает статистика, в новогодние праздники увеличивается количество регистрируемых преступлений. Особое место среди них занимают правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. На Новый год обычно у нас происходит рост преступлений, совершенных в быту. Все это происходит на фоне распития алкогольной продукции. Хочется гражданам обратиться, чтобы знали меру употребления данной алкогольной продукции, так как видно, что у нас в городе Красноярске большое было количество отравления людей. Также, когда граждане употребляют алкогольную продукцию, они забывают обычно свои вещи где-нибудь, квартиры открытые оставляют. Полиция просит граждан не покупать алкогольную продукцию неизвестного происхождения у сомнительных продавцов, а также посредством интернета. Просьба приобретать алкогольную продукцию в местах, где ее реализация разрешена, у фирменных магазинов, так как при приобретении данной алкогольной продукции по вашему требованию вам могут предоставлены документы, лицензия на реализацию алкогольной продукции, а также сертификаты соответствия. Исключить приобретение алкогольной продукции с рук, приобретение алкогольной продукции через интернет, так как приобретение данной алкогольной продукции через интернет невозможно узнать, имеется ли сертификат соответствия. Даже в случае, если вы потребили алкогольную продукцию, просьба гражданам передвигаться на такси, дабы не быть объектами преступного посягательства и не быть привлеченным за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и подвергнут административному штрафу 500 рублей или административному аресту до 15 суток. Сотрудники полиции еще раз обращаются к родителям несовершеннолетних с просьбой. Хотелось бы, чтобы родители знали, где их находятся дети. И в новогоднюю ночь особенно проконтролировали своих детей, чтобы дети без сопровождения родителей в общественных местах не находились. Не портили себе праздник и, в общем-то, проявляли заботу о своих детях. Также хотелось бы напомнить о мерах предосторожности, когда посещают общественные места, о сохранности имущества, чтобы дети были проинструктированы, как пользоваться ценными вещами, где их оставлять, как их оставлять и какие меры принимать для того, чтобы не потерять ценные вещи. В предновогодний период этим темам посвящено множество сюжетов и информационных блоков в СМИ и интернете. Уделяйте больше внимания безопасности как своей, так и своих близких. Алена Калько, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Седановская библиотека победила в областном конкурсе в номинации «Сельская библиотека года». Конкурс проводился областной библиотекой имени Молчанова Сибирского при поддержке Министерства культуры и архивов при Ангаре. Итоги были объявлены в Иркутске в рамках официальной церемонии закрытия года литературы, говорится на сайте района.
Корреспондент информационной программы «Северный город» обратилась к горожанам с вопросом, замечают ли они рост цен на продукты в преддверии праздников. О том, что по этому поводу думают усть-илимцы, узнаете далее. Вы перед Новым годом ощутили рост цен на продукты? Да. На мясо, на молоко, кефир покупаю. Что еще? Везде рост ощутили? Да. А новогодний стол подорожал в цене? Ну, конечно. Яблоки, вот 8 яблочек, 300 рублей отдала. Это ж дорого. Да, цены поднялись. Рост цен ощутим? Ощутим, очень ощутим. Ты, пожалуйста, ощутим. Перед Новым годом ощутим рост цен на продукты питания? Ощутим. На какие конкретно? Ну, как правило, ходовой салат оливье, который, говорится, есть каждый день шампанское, мандарины, бананы, потому что это актуально к новогоднему столу. Яйца. Яйцо. Ну, это опять же такие, да, набор, стандартный набор салата оливье. А так, ну, алкоголь, наверное. Так, алкоголь мы не употребляем, поэтому мы не смотрим. А из того, что вы употребляете, на что? Рыба. Рыба, которую мы любим, тоже ощутимо подорожала. Которые благородные такие сорта рыбы. Ну, хотелось бы немножко подешевле, чтобы можно было доступно. Каждый позволил себе накрыть на стол. Конфеты подорожали, а то, что дети наши очень любят конфеты. Поэтому и цены с каждым разом чуть больше и больше. Перед Новым годом вы ощущаете рост цен на продукты питания? Конечно. Конечно, ощущаем. На какие именно? Да на все. На мясо, на молочные. Все продукты подорожали. Рыба подорожала очень. А может быть, на какие-то наоборот? Да, не думаю. Мне кажется, не встречали, чтобы подешевели. Только дорого все. Вы ощутили рост цен на продукты питания? Обязательно. Особенно пенсионеры. Мы с мужем получаем пенсии две, да? У нас, у меня теперь не хватает. Такие же продукты мы покупаем, и у нас не хватает. Особенно перед Новым годом вообще. Выяснилось, что большинство опрошенных отмечают ощутимый рост цен на продукты питания. Мы обратились к специалистам Федеральной службы госстатистики, которые рассказали о своих исследованиях и об изменении цен на более востребованные в праздники товары. Изменение цен на отдельные продукты питания в декабре 2015 года по отношению к ноябрю выражены следующими показателями. Повышение более чем на 1% отмечено в группе мясопродуктов на пельмени, печень, говяжью, куриные окорочка, мясокопчености. В группе рыбопродуктов на рыбу мороженую безделикатесную, консервы рыбные в томатном соусе. В группе жиров и молочной продукции на масло сливочное, оливковое, на маргарин, молоко пастеризованное, сухое и сгущенное, также на сыры твердые. В группе кондитерских изделий на зефир, конфеты глазированные шоколадом и шоколадные конфеты. В группе плодовощной продукции более чем на 1% цены повысились на все наблюдаемые товары, кроме яблок, картофеля и чеснока. Лидером роста цен в декабре стали яйца. Цены на них за прошедший месяц подорожали на 13,7% или на 8 рублей 46 копеек. Снижение цен в этом месяце более чем на 1% отмечено на мясо баранины, на отдельные виды сосисок и сарделек, мясные консервы, рыбные пресервы, сахар, песок, майонез и муку пшеничную. Делегация из Иркутской области из 80 детей и 20 сопровождающих лиц приняла участие в общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском дворце, которая состоялась 26 декабря. Об этом Иркутск Медиа сообщили в пресс-службе правительства региона. Праздник включал в себя театрализованные танцевально-игровые программы и аттракционы, а также музыкальный спектакль. Кроме этого, для детей была подготовлена экскурсионная программа. На главной елке страны побывали отличники учебы, победители олимпиад, одаренные дети, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из социально незащищенных семей и семей военнослужащих, погибших в горячих точках. С 19 по 27 декабря в Ледовом дворце «Ангара Элим» проходил турнир по хоккею с шайбой на Кубок Северного города. По завершению финальных игр состоялось торжественное награждение. О лучших игроках и о том, какой команде достался главный приз, расскажет Алена Феоктистова. В этом году игра была непростой. В четвертьфинале играли 8 команд предприятий города, в полуфинал прошли 4. В прошедшую субботу спортивные баталии развернулись среди команд МЧС и ТЭЦ, группы «Илим» и охранного предприятия «Ангара». В итоге
В борьбе за Кубок Северного города на льду встретились две сборные – хоккеисты группы «Илим» и МЧС. Финал оказался захватывающим. На мероприятии присутствовали главные лица города. Поблагодарил участников соревнований за хорошую игру Павел Кривель, генеральный директор ЛДЗ. Павел Михайлович также выступил с инициативой привлечь к спорту как можно больше молодежи. Турнир завершился. Северный город – турнир быстрый, такой же, как наша игра. Как в этой игре разные люди. И обратите внимание, что у нас разные команды. Есть сильные, есть быстрые, есть старательные, есть умелые. А важно то, что сильный мужчина не тот, кто умеет сам что-то делать, а тот, кто оставляет за собой след. И я хотел бы еще раз призвать, не первый раз уже с этого места, призвать всех тех, кто катается сам, помнить, что рядом с нами мальчишки, девчонки. И мы их должны учить хорошему, учить вот здесь. Притаскивать сюда их, рассказывать, помогать, поощрять всячески. Плохому они сами научатся и без нас. Вот в основном все. Спасибо всем. Анатолий Дубас, депутат ЗАГС Собрания Иркутской области, поддержал идею привлечения любителей хоккея, работников предприятий и горожан всех возрастов к регулярным занятиям спортом. Кубок Первого канала, а у нас проходит кубок точно такого же телевидения, только Северного города. Я хотел бы поблагодарить все команды, которые принимали участие в этом турнире. Ну и сейчас перейти к приятным вещам, награждению лучших, награждению победителей. Тройку призеров, которая сегодня определилась нормальных, иногда, может быть, жестких сегодня. Потому что хоккей, он всегда такой довольно мужской и жесткий вид спорта. Поэтому всем огромное спасибо. Приступаем к награждению. Лучшим вратарем турнира стал Борис Колобков. Самый активный нападающий на протяжении всех соревнований – Иван Левин. А звание самого стойкого защитника получил Дмитрий Савчук. Итак, бронзовым призером соревнований стала команда «Ангара». Вот он, первая грамота и задним на стену. Спасибо огромное. Серебряным призером нынешнего турнира стала команда Министерства по чрезвычайным ситуациям города Усть-Илимска. Ну и победителем нашего турнира стала команда группа «Илим». Хоккей с шайбой – вид спорта, который заслужил звание легендарного. Мы поздравляем победителей и желаем им успехов. Впереди у команд целый год, чтобы подготовиться к следующим традиционным соревнованиям и получить главный приз – Кубок Северного города от Усть-Илимской телерадиокомпании. Алена Феоктистова, Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». С 18 по 20 декабря в Иркутске проходили областные соревнования по хоккею с мячом на призы клуба «Плетеный мяч». На лед выходили спортсмены 2004-2005 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 7 команд, в их числе «Лесохимик» из Усть-Илимска. Показав достойную игру, ребята заняли почетное 3-е место. Мы поздравляем наших земляков. Через 3 дня все мы соберемся за большим столом в кругу друзей и родных, чтобы под бой курантов встретить Новый год. В преддверии праздника первые лица города обратились к усть-илимцам с теплыми поздравлениями. Уважаемые усть-илимцы, через 4 дня полномочия 2015 года возьмет на себя 2016 год. Непростым был для нас уходящий год. Непростым был для бюджета города, непростым был для политики города. Но, тем не менее, это был наш год. Это тот год, который мы с вами прожили. Но Усть-Илимск все-таки развивался. Был построен детский сад, 2 детских садика отремонтированы. Усть-Илимск – это один из единственных городов, который на сегодняшний день не имеет проблем с детскими дошкольными учреждениями. Ремонтировались дороги. Строились дома для переселения из ветхоаварийного жилья. Работал Усть-Илимск.
И все-таки он 2015 год заканчивает на положительном эмоциональном уровне. Что у нас ждет в 2016? Мы приняли бюджет области, приняли бюджет города. Ничего катастрофичного в этом нет. Да, может быть, мы не так быстро будем развиваться, как хотелось бы, но бюджет принят. Бюджет принят практически на уровне прошлого года. Я думаю, что у нас все программы областные, которые мы планировали и выполняли в 2015 году, они будут выполняться и в 2016 году. Продолжает работу наш Устеримский аэропорт. Хочу сказать скептикам, которые не верили в то, что он будет работать, и все время приурочивали это к тому, что проходят выборы, нужны какие-то акции. Аэропорт не только работает, он потихоньку развивается. Там устанавливается новое оборудование. Летает сегодня совершенно другой самолет. Я думаю, что и в дальнейшем, по заверению правительства Иркутской области, дотация наших рейсов будет продолжена и в 2016 году. И поэтому мы приложим все усилия для того, чтобы аэропорт развивался. Хочу вам пожелать в новом году самого главного – веры, надежды и любви. Верьте в то, что все будет нормально. Надейтесь на то, что ваши все мечты, которые вы хотели осуществить в этом году, сбудутся в следующем. Ну а любовь – это и есть любовь. Любите своих близких, любите родных, любите свою страну, и у нас с вами все будет нормально. С Новым годом вас, дорогие устеримцы! Всего самого наилучшего вам в новом году! Виталий Перетолчин, председатель городской думы, тоже подготовил праздничную речь. Дорогие устеримцы, 2015 год отсчитывает свои последние минуты и совсем скоро станет историей. В этом году было много ярких и резонансных событий. Его принято называть сложным. Однако Новый год – это всегда ожидание лучшего. Это самый добрый, любимый и семейный праздник в нашей стране. Он наполняет сердца каждого человека воспоминаниями о беззаботном детстве, дарит тепло встреч с родными и близкими. В канун Нового года хочется пожелать всем устеримцам не терять оптимизма и верить, что все лучшее у нас впереди. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Здоровья вам и вашим близким. Пусть исполняются все надежды и мечты. Пусть наступающий год умножает счет счастливых мгновений, а рядом будут дорогие вам люди. И пусть слова «С Новым годом! С новым счастьем!» станут реальностью. С наступающим новым 2016 годом! На этом наш выпуск подошел к концу. С вами была Анастасия Матвеева. Всего доброго, до встречи в следующем эфире.